Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящих... Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антенной. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Привет, Артём. Чисто. Что там с помещением, идиот? Артём, иди сюда, дело есть. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Фух,
А солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в огонь. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Thank you.
мы к нам сюда приехали? Я сдаюсь! Артём, связь! Не вижу тебя! Thank you.
Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы.
если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально хочется, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернете... Yeah!
Где ты? Что такое? У нас потери! Ха! Вот помощь мне пришел! Сейчас вас сама совсем быстро убивать будем! Почему ты? Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Мэнсини Элтеремин! Он враг! Ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лист опущу! Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Маяк, как слышите меня, прием? Маяк, ответьте! Наш человек у вас, прием!
Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гель в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гульнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала в лице связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирала. Гюль один оставался. Видишь, проход здесь. Туда лес, потом я. Thank you.
Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить будут, сколько живут.